Сейчас. Давай, давай. Все. Атмосфера поможет. А йоу, ака, вот вам батл пока. Сегодня мета, больше кофе, меньше молока. Это гуфака, меньше вайса, больше гопака. Я все реже по музеям и чаще по кабакам. Наша страна широка, моя походка легка. ЕКБ, МСК, не путай берега. Жди в твоем городе, где-то после четверга. Куда не летят самолеты, точно едут поезда. А, ну да, походу так и надо. И последние два года я все чаще бываю за МКАДом. Кратко, сестра талант. Ой, да ладно, нам абсолютно не впадло вырывать листы из тетрадок. Нас это радует, вам это нравится тоже. Хлопайте в ладоши для Вити, Максима и Лёши. Дома калашников, а то и дешёвый. Вот я дом же, просто можно уже. Ещё одного блядь, я же не стану хуже. Ты лучше подойди к процессу серьезно. Здесь раста боссы, зэмэ береза. Спроси у взрослых, подумай пока не поздно. Чтобы не сказали бы только за беспом принес. Мы просто очень давно в литературном клубе. Они все, кто хочет, чтобы мы с ними побили. А мы тут любим, вот мы и дурим. Я респектую всем, кто меня где-то когда-то накуривал. Где бы я не был, зимой или летом, находился добрый человек с огромным штакетом. Всем моим секретным агентам Ахмед, и я не помню, я хотел, знаешь, еще... кто знает, кто поймет. Почему в аптеках не бывает пипеток? Мы не знаем ответы, делаем рэпчик и не ебет. Респект тем, кто с нами, делятся чудесами и зависают на весах, как правильный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят, мы все взяли. Респект тем, кто с нами, делятся чудесами и зависают на весах, как правильный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят, мы все взяли. Безумное трио плюс Нагану задира, даже разбитый в хлам не ухожу с ринга. Довел своей сатирой критиков до тика. Дырки строчат на меня, диссы под копирку. Дымись попирка, контрабанда от Вити из Египта. Говорю, это ж срок, и можно Витя на пятнах улипнуть. А у меня в ответ хитрую улыбу. Лучше пятнаху, чем курить галимую глину. Ира говорила, Нагана, это жестко и дико. Но прошла на концерт на пару с подругой Викой. Там попав под дым, залипнув у бара, проебала сумку Биркин, в ней косарь грина налом. После на стене оставила мне коммент, мол, музыка твоя говно, а сам ты гопник из твоих поклонников. Минимум каждый третий уголовник. И во вторник я иду на концерт группы Корни. Ёпта, Корни, это заебись. Но лучше сходи бикс, автостанись на концерт. Давай! Это бис, 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 дымись каннабис. У нас все ровно, в рот ебись, шоу бис. Говорят, ты худший пример для примера. Отвечаю, быть примером, это к президенту с премьером. Мне говорят, тебе далеко до настоящего поэта. Отвечаю, главное быть настоящим, а поэт. Давай сразу, да. Мне говорят, твое музло жесткая пропаганда. Отвечаю, есть как есть, решай сам как надо. Такие предъявы закидывай папам и мамам. И мусорам прессующим торгующих ядом. Мне говорят, твое музло это не рэп, но мой простецкий сленг разлетелся по всей стране. А мой жалкий закос под америкосов. Увы, так останется дешевым закосом, когда откажет головной мозг. Воспользуюсь костным. Мои рифмы как дикие осы. Фото на постере для тебя — это космос. Мой космос пизжен Оскару Костнера. Расскажешь impossible, как интервью с Познером. Поздно, мы уже раскачали полстраны. Руки в воздух. Дыши ты перемешку с разрывными парами. Те, кто здесь, респектуют тех, кто с нами. Респект тем, кто с нами, делятся чудесами и зависают на весах, как правильный саунд. Мы не стыкнули змеи, память на запад. Перезвони, если сами. Респект тем, кто с нами, делятся чудесами и зависают на весах, как правильный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят, мы все взяли. Улетевшие МС стелят на биты. И ты хотел бы, как они, но они не ты. Тогда понты свои в долгий ящик отложи. Смотри по ящику LG, как мы убрали всех сложных. Дяки, не тормоз, блядь. В рэпе сильно разбирается. И вряд ли на концерте меня спутают с Юрием Гальцевым. Тогда я понимаю, что не зря курил. Голосуйте за меня, I'm a motherfucking real.